четверг текстильщик в рамках первенства страны на выезде встретился с костромским «Спартаком». На стадионе «Урожай» собралось около 500 болельщиков. Примерно половина из них – ивановские. Фанаты решили, в гостях красно-черным как никогда нужна будет их поддержка. Хозяева поля играли осторожно, не давали гостям проводить быстрые атаки, которые, как известно, в большинстве случаев текстильщик доводит до голевого результата. Фактически красно-белые ушли в оборону всецело, не создавали моментов у наших ворот, но и не давали подойти к своим. Поэтому игра не отличалась накалом страстей и завершилась предсказуемо нулевой ничьей. Мы сегодня текстильщику не дали провести ни одной быстрой атаки. Ну, одна. Вот в конце, когда пробил игрок головой, там она была 5 в 5. Когда нас просто вратарь спас. Вот эта атака была 5 в 5. Мы ни одной быстрой атаки, значит, цель на игру мы выполнили. Я убеждал ребят, что по-другому у нас с ними не получится, они нас разорвут. Текстильщик по ходу игры владел инициативой всецело, и шансы забить были. Но, как признается тренер красно-черных, сделать это непросто, когда все 11 футболистов соперника играют на своей половине. Надо забивать, моменты были. Надо забивать. Чтобы выиграть, нужно забить. В этой игре нужен был один мяч. Все рассыпалось. К сожалению, в очередном городе устроили праздник. Я понимаю теперь, почему болельщиков не так много ходит на «Спарта» Кострому. И поблагодарить наших болельщиков, которых наших было в очередной раз здесь больше. Остается только надеяться, что ничья на выезде окончательно прервет черную полосу текстильщика. Следующая игра состоится также в гостях, в Коломне. Но у футболистов будет время подготовиться и восстановить силы. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Кострома.